Кажется, классная тема. Думаю, сделаю ей подарок. Атакуют? Ну, конечно, зачем переплачивать? О, реально? Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей. Сегодня у нас будет очередное видео фикс прайс. И да, девочки, я не могу, ну не могу я перенести его на второй канал. Так, чё пришли, я не поняла. Бери Милу, быстренько. И идите, закрывайте двери. Если помните, я вам говорила, что хочу перенести фикс прайс на свой второй канал. Блин, рука не поднимается. Я настолько привыкла, мне кажется, фикс прайс это вот его канал фикс прайса. Может быть, со временем я это сделаю, а может быть, я попробую, знаете, как видео сюда, видео туда, видео сюда, видео туда. Посмотрим. Но пока что фикс прайс у нас здесь продолжается, а на втором канале я буду отдельно все-таки продолжать тестировать покупки конкретные. Например, вот. Ой, вы уже тут что-то, наверное, видите, да? Например, тушь вот я взяла в фикс прайсе, да? И вот саму тушь, ее на протяжении дня надо протестировать, и, конечно же, это на второй канал. И еще я хожу по магазинам, именно с магазина с полочек снимаю. Я же не могу все купить, да? Но хочу показать все, новинок очень много. Поэтому на моем втором канале там уже... Прям вот, что продается в фикс-прайсе, все новинки я осматриваю. А здесь я уже покупаю то, что мне показалось очень полезным, интересным, еще и бюджетным. Сейчас вам все покажу. Оставайтесь со мной. Итак, давайте начнем по порядку. Купила я вот такой графинчик. Вообще не хотела его покупать, не собиралась покупать. Я его купила в последний момент. Вообще я хочу себе графин. Я еще буду какой-нибудь графин покупать классный. Но из всех, которые я видела, я и заходила и в Хофф там, по-моему, и в Ашан, и еще куда-то. Короче, цены смотрела, цены разные. Те, которые графины мне нравятся, они стоят вообще там космических денег. 2500. То есть я хочу графин, знаете, вот это высоковато, да? Я хочу пониже, буквально вот, может быть, даже вот так вот, да, сантиметров на 5-6. И чтобы он был широким, чтобы он удобно вставал в холодильник у нас, да. Но вот самые симпатичные, это я не в фикс прайсе, это я в Хоффе смотрела. Вот такие были. Но в Хофф они стоят, блин, ну в 2-3 раза дороже, если не в 4. И когда я зашла в очередной раз в фикс прайс, уже есть с чем сравнить. На мой взгляд, показался вот такой графин достаточно презентабельный. Есть разные цвета. Есть мятный цвет, очень красивый, зелененький. Так как у меня посуда белая в основном, я и графин взяла такой серый, он больше к белому, да. Здесь стекло, что хорошо. И вот здесь у нас есть вот такая штучка, решеточка. Я для чего беру графин? Я хочу начать экспериментировать с этими, как их называют? Лимонадами, вот. Какие-то делать ПП-лимонады вкусные, да, там что-то из натуральных фруктов и пить это. Потому что чисто воду не кайф пить, а что-то вот с сахаром, где много сахара вот продается, да, такое, тоже не кайф пить. И что-то хочется делать вот свое, да, совсем другое. Короче, этот графинчик мне нравится. Цены напишу все здесь, я все не запоминаю. Боже мой, в джинсах так неудобно сидеть. Но мы сейчас уже собираемся идти гулять, меня там ждут все. Дальше. Тоже в последний момент 99 рублей. А я случайно не покупала такие? Не, по-моему, не покупала. Я покупала плоскую, но одну. А здесь мне понравилось, на самом деле, я тоже считаю, что нужно разделять. Мясо, где ты разделываешь рыбу и овощи. Сейчас мы это оторвем. Всего 99 рублей. Думаю, блин, надо пробовать. Здесь у нас идет для овощей самая большая. Что удобно, что ты на ней порезал, да? Вот так раз. О, звук какой-то другой. И все там выкинул куда надо. Здесь нарисовано, кстати. Для чего это? Рыбка. То же самое. Рыбка нарисована. И мяско нарисован бык. А, смотрите. С другой стороны здесь идет такая, знаете, пупырчатая тема. Но я думаю, за счет нее не будет скользить. Мы это проверим с вами на кухне уже. Короче, всего 99 рублей. Мне кажется, классная тема. Чтобы все это дело разделять. Мне кажется, это важно. Напишите, вы разделяете, у вас одна доска для всего или все-таки разные для мяса и для овощей, как минимум. Смотрите, я положила, и, ну, как бы оно, конечно же, ездит, но не так, как если бы вот скользило, да, совсем. То есть эти пупырышки немного, ну, вроде делают немного, не сильно, но делают торможение, да, этой. Ну, не сильно. Дальше. Пошли по посуде. Вы помните, я показывала где-то... А что у меня все перевернуто? Здесь что-то света много появилось. Солнце повернулось. Вот так. О, боже, это жара. Стаканы. Я вам показывала эти стаканы. Да, они пластиковые. Если бы они были стеклянные, то я бы их взяла сразу несколько штук, потому что они очень красивые. И мне кажется, из них
пить водичку одно удовольствие. Я еще купила такую вазу, представляете? А мне кажется, еще даже вот эти стаканы можно не только для питья использовать, но они прям вот красивые, вы видите? В Фикспрайсе разные цвета есть, белые, серые и, по-моему, сиреневые какие-то. Можно их использовать как стаканчик для кистей, например, да? Красиво тоже будет стоять, или еще для чего-нибудь. Пластиковые, легкие, я люблю, но не люблю пластик для еды использовать. То есть пластик люблю что-то делать. Но я не знаю, для чего эти стаканы будут. У меня такая ваза есть, Хофф купила, потом как-нибудь в покупках покажу. Но два стаканчика я взяла. Для чего я буду использовать, я не знаю. Но они мне очень понравились, они очень красивые. Дальше, не смогла пройти. Вот. Это для очков тема. 99 рублей. Мне понравилась именно вот эта расцветка. Ну посмотрите, какие печенюшки тут. Та-да-дам! А у меня очки есть без чехла. И вообще очень классно, если они будут в чехле. Вот здесь бархатистая такая тема, розовенькая. Вообще класс. Какие-то небольшие, прям необъемные очки сюда можно положить. Так, поехали дальше. Носки. Эти носки я взяла в подарок для Тани. Не знаю, здесь, короче, написано, мне и дома хорошо, тут есть колбаска. Танька у нас как кошечка такая, знаете, кошечка, и колбаска вот здесь, видите, нарисована. И она любит поесть. Я не знаю, когда увидела эти носочки, я подумала о ней, думаю, сделаю ей подарок. Она тоже любит заходить частенько в Фикспрайс, вот, и у нее всегда мерзнут ноги. Кстати, я надеюсь, это размер ей подойдет, должен подойти. Вот, короче, колбаска, дома хорошо есть колбаска, вот такие носочки ей. Только не начинайте, пожалуйста, не начинайте сейчас вибрировать. Когда я тестировала на своем втором канале из Faberlic средства для унитаза, которое меняет цвет, вы все мне советовали, по-моему, Санфор. Очень много было людей, которые... Вот то ли Санфор, то ли Синокс, Синокс какой-то, не помню, короче, да? Но однозначно мне кто-то писал, что белизна гель, и ее поддержало много человек, три в одном, в Фикспрайсе покупают. И я решила тоже купить и обязательно протестю. Так, еще мы с вами будем тестить вот такой крем-скраб для лица молодость кожи. Это новиночка из Фикспрайса, это на моем втором канале, а будет отдельный видеообзорчик этого. Мне прям интересно по запаху, по всему. Дальше, дальше, дальше. На рукавники Деньки взяла. Надо в машину их сразу бросить. Взяла львят. Он же у меня котенок. Львенок, я его всегда называю. Вообще, конечно, мы учимся плавать, и в дальнейшем мы будем вообще без всего этого. Но на рукавниках у него еще не было. Я хочу, чтобы он попробовал на рукавниках, потому что на рукавниках все-таки нужно будет работать. И наш преподаватель, наш тренер по плаванию, она сказала, что если выбирать круг и на рукавники, то лучше на рукавники. Вот. Короче, я это надую и будет плавать. Я, наверное, сюда не вставлю, потому что мы в бассейн в ближайшее время вроде не собираемся, но все может быть спонтанно. Так, взяла вот такие перчатки. Но эти перчатки я взяла не по назначению. 99 рублей они стоят. О, они грязные. Нормально вообще? Ё-моё. Короче, на своем втором канале я тестировала спонжик для демакияжа от компании Greenway. Он стоит недешево, но вообще в комментариях начали писать, что это типа, наверное, какой-то развод там и так далее. Типа спонжик, да, можно взять любой махровый носок, типа, и водой там, смысл в чем, что этот спонжик убирает макияж без каких-либо средств, просто водой. И кто-то говорит, да возьмите просто махровый носок и попробуйте. Ну, здесь, конечно, совершенно другой материал, нежели у меня спонжик, он такой более жесткий, да? Но у них есть еще рукавичка, которая вот примерно вот такая мягенькая. И мы с вами затестим. Я возьму вот это, как вы говорите. Возьму любую, мне самой интересно. Если это правда, я беру, мочу эту перчатку и просто снимаю макияж, и все снимается, то, конечно, зачем переплачивать? Просто махровая вот такая вот штучка красивенькая, да? Либо носок детский, как вы пишете, да? Но если это не работает, то, скорее всего, там действительно запатентованная какая-то формула нитей, которая снимает макияж. Но мы это проверим на втором канале. Ссылка на него будет под видео, кстати. Кто еще не подписан, подписывайтесь. Тушь, которую мы будем тестить. Почему-то мне вот это понравилось. Мне кажется, что мне кто-то ее кидал. Типа вот такая тушь в Фикспрайсе. Не знаю. А здесь написано Exiting Volume. Volume and Pale Slush. Эффект маскара. Надо быстрее снимать, ускоряться, потому что атакуют. Работники атакуют. Купила вот такие ватные палочки. 27 рублей, по-моему, они стоят. Так, давайте еще. Вот такая какая-то штучка прикольная. Игровой набор светящиеся вертолетики. Это что-то новое. Работает от батареек. А входят ли батарейки?
вдвоем сверлят. Короче, не знаю, входят батарейки или нет. Сейчас я это распакую и вам сюда вставлю и покажу, как оно работает. Так, смотрите. Так, что тут надо сделать? Блин, инструкцию забыла. А, вот так вот надо согнуть. Hold here. Hold. Вот так. И здесь hold here. Еще раз вот здесь hold here. И здесь. Если я все правильно поняла. Короче, делаем вот такую штучку. Включаем свет. Вот, горит. Теперь как-то ее надо отправить восвоясь. Странным образом. Вообще, я не понимаю, как это сделать надо. Типа вот так вот. Типа вот так, наверное, да? Куда ее пихать? О, реально? Вот, смотрите. Давай. Вертолетики. Высоко, очень высоко. И еще подсвистывает. Мне тоже. Мне да. Тоже надо. Папа же, видишь, как стреляет. Папа. Ой, Данька, приз. Специально же через рогатку на стёк. Ой, высоко как! Давай. Данька собирает. Следующее. Я взяла Деньке еще вот такие весы развлекаться. Он у меня любит чем-нибудь таким развлекаться интересным. Сейчас откроем. В набор входят вот такие циферки, тяжеленькие, как гирьки. Вот входит вот такой пингвиненок, весы. Мне кажется, ему понравится. И вот такие штучки, на которых все это дело будет держаться. Пингвиненок вот так, а эти штучки вот так. И все, и будет ложить гирьки, чтобы оно вот вместе там было. Что-то, да? По-моему, весело. Покажу Дэнь, понравится ему или нет. Вот сюда что-нибудь класть. По-моему, темка мне, по-моему. У нас еще Настюша в гостях, сейчас это попробуют. Я засниму этот момент. Так, ну что, давайте накладывайте, что там будет перевешивать у нас. Так. Так. Классная игрушка, нравится? Да. Молодцы. Играйте. Еще я купила вот такой вот крабик. Мне он понравился тем, что он, во-первых, металл, там был желтый и вот такой вот серый. Я взяла вот такой серый, 55 рублей всего. Мне понравилось, что, знаете, он почти такой вот, ну, нету здесь боков. Красиво, мне кажется, может смотреться на волосах. Да? Ну, как-то так. Короче, что-то интересное. Но вообще его лучше закалывать вот так, сзади. Раз, раз. Короче, вы поняли, да? У меня тут ремонт этот дебильный идет. Причем до того, как я не снимала, ничего не было. Села снимать, начался. Короче, вот такой классный крабик. Так, ну и наконец, все показала. Самое классное, что почему я хотела скорее снять это видео уже, чтобы вытащить уже эти покупки и начинать ими пользоваться. Я перехожу на белую посуду. И в фикс-прайсе мне очень понравилась вот эта белая посуда. По 77 рублей. Я взяла пока две тарелочки. Ну, именно для съемок, что-то положить, если ты уже готовишь, потому что скоро у меня будет кухня, и я буду для вас снимать продукты хочу, да. И, конечно, мне нужны красивые тарелочки, где все будет красиво стоять, кастрюли новые куплю, ножи новые куплю, все будет красиво, лакшери, постараюсь сделать. Вот, и мне вот эти тарелочки очень понравились, вот они, такие вот. Единственное, что нужно аккуратно выбирать, потому что они немного, знаете, ну, качество, конечно, оставляет желать лучшего. Вот так, если посмотреть, они какие-то немного неровные. Поэтому нужно искать, смотреть на свет, чтобы не было никаких заломов, никаких, знаете, какие-то полоски непонятные. То есть, ну, вот, качество на 77 рублей примерно, да? Ну, а в целом они тяжеленькие, нормальненькие. Вот я две такие купила, вот, и три вот такие. А вот эти мисочки, ну, они такие глубокие немного, да, это я взяла, так если что-то я готовлю, да, то это, может, допустим, нарезала лучок, нарезала зелень, и вот, например, зелень сюда, лучок сюда, если там готовлю тортик какой-то, да, то там орешки сюда, малинку сюда, что-то такое, да, оно красиво будет смотреться, вот, аккуратненько, ну, то есть они красивенькие, вот, это мне понравилось, я взяла. Но я еще буду брать посуду. В фикс-прайсе мне только из белого понравились только эти. Другие не понравились. Но на вкус и цвет, но там очень много посуды. Белой и разноцветной, короче, разной. Классной. Но не для меня. У меня вот определенный стиль будет выдерживаться.
Все, мои хорошие, я показала вам все покупочки. Надеюсь, мое видео было полезным и интересным. Я скорее буду все распаковывать, смотреть, расставлять и тестировать на втором канале то, что обещала. Я вас люблю, целую. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Обязательно ставьте лайк моему видео, мне будет очень приятно. Пишите комментарии, что вам понравилось. И, в общем, все пишите, что думаете на протяжении видео. Если возникли какие-то мысли, обязательно озвучивайте их в комментариях. Также переходите на мой второй канал, подписывайтесь на него, потому что там очень много всего интересного, тестинг и покупки тоже вот, очень много всего. Вот, и что еще хотела сказать? А, и мой инстаграм, вот, подписывайтесь на мой инстаграм, все события. Все самые интересные события, которые вы хотите знать первыми, все в инстаграме. Все, я вас люблю, целую, пока-пока! Как только я сняла видео, вот, пожалуйста, вам. Вот эта вот маленькая девочка пришла, одела на себя пакет каким-то волшебным образом. Что это? Ты как сюда вообще забралась? Вылазь. Любит пакеты, короче, в них залезть, там такое все. Девка моя. Девка моя малая, моя жопа малая такая.